Здрасте, накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня я вам покажу лайфхаки, которые можно делать с помощью карандаша-консилера. Как пример мы возьмем карандаш-консилер Elan C01 и C02. Для примера возьмем карандаш C01, он более светлый. Ну что, поехали? Лайфхак номер один, как высветлить консилером под бровью. Мы берем консилер и кисточку C02 наношу чуть-чуть ниже, чем бровь. Также сверху, чуть выше. И кисточкой сразу себе подтушевываю. Лайфхак номер два. Используем карандаш-консилер в качестве основы под тени. Нанесли. Берем кисточку пятерку, Elan и растушевываем. Если особенно у вас видны венки, либо века имеет сероватый оттенок, вам идеально консилер все выровняет. И он не скатывается. Кроме того, консилер выступает как база под тени. Я вам сейчас покажу на примере, например, блесток Hourglass, как отлично все клеится на него. Лайфхак номер три. Мы высветляем зону под глазами, особенно если у вас есть впадина. Нанесла и просто прибила. Не модель, а зону консилера. Лайфхак 4. Очень хорошо заполнять данным консилером морщины и впадины. Но нашей модели 16 лет, и мы сейчас попробуем найти, где у нее есть морщины и впадины. Ну, хотя бы можем нанести на носогубную складку. Ну, давайте здесь еще нанесем. Еще я очень люблю сразу высветлять уголки рта. Тебе было 16, а теперь тебе стало 12. Следующий наш лайфхак. Высветляем центр носа и делаем его более узеньким. И просто ее припечатаем. Чтобы показать следующий лайфхак, мне нужно накрасить губы. И будет даже хорошо, если я их накрашу криво, и я вам покажу, как потом это исправить. Взяла 8-й карандаш. И вот я уже вылезаю за контур как раз. Подтушевываю помаду. Видите, мне там все криво, класс. И сейчас должно быть такое та-да-да-дам, появляется карандаш-консилер и решает все наши проблемы с кривым ртом. Мы просто берем и обводим губы консилером, и все исчезает. И растушевываем. Итак, мы уже выяснили, что консилер – это реально незаменимая вещь в косметичке любого визажиста и любой девушки. Надеюсь, видео было вам полезно. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!